Друзья, видите, какая алоэ вера? Тоже очень интересно. Так, оно растет в Мексике. Видите? Такая вот красота. Очень здоровое растение. На видео кажется, что оно маленькое, но на самом деле оно впечатляет своими размерами, конечно. Тоже произрастает в Мексике. Вот. Высотой цветением 3 метра. Понятно. Вот вам суккулентные пошли, видите? Тоже произрастает в Мексике. Друзья, я надеюсь, вам нравится это видео, поэтому вы можете свои комментарии оставить. Что вы думаете насчет таких прекрасных растений? Мне очень приятно, что мне выпала возможность вам показать вот эти растения. Вы видите, в какой колоссальной коллекции здесь растут эти кактусы и драконовые канарские деревья. Вы видите, да, вот как красиво это все. Вот, поэтому действительно впечатляет. Да, вот видите, как красиво. Gracias.
Вот такая вот флора и фауна у нас на Канарах. Очень красивое место. Мне очень нравится. Такая вот, знаете, суккулентная природа. Вот, очень такое большое разнообразие кактусов, да, коллекция прям всего мира. Вот, кактусы всего мира, здесь все есть. Любые кактусы на ваш вкус. Вот, в колоссальных больших размерах. Таким образом вы видите, как же оно смотрится в природе на самом деле. И действительно, как это красиво. Внимание, обратите. Ну, молодцы создатели парка, что они создали вот именно вот так вот, такой красивый ландшафт. Это большая действительно работа. Это все кактусы Мексики, пожалуйста. Это растение, видите, как вы говорите, это, как же это называете вы, денежное дерево, видите, это из, то есть, привезено из Африки, вот видите, из Африки, вот, вот таким вот кустом оно здесь тоже, видите, растет красиво очень, вот. Знаете, очень необычный вид. Здесь можно быть, постоянно находиться. И оно, знаете, как-то впечатляет. Такая вот приятная атмосфера. Особенно, знаете, такой еще запах. Очень приятный. Такой прям, ну, экзотика. Вот, видите, очень красивые растения. Да? Это тоже все Африка. Вот. Это вот Эфиопия, Судан, скорее, да, если правильно, Судан, да, вот, видите, так что есть здесь обозначения, какие растения, откуда привезены, вот, тоже вот, видите, они вот некоторые уже цветут в малости, но я представляю, как они цветут, если они все красиво расцветают, все вместе. Вот здесь обозначено виды кактусов и откуда они. Видите? Из Северной Америки и Южная Америка до Чили. Вот. Видно, что они произрастают высоко в горах. Вот. И поэтому, конечно, хорошо, что есть информация о растениях, где они произрастают, откуда привезены. Здесь, конечно, очень подходящий климат для того, чтобы устроить такой вот парк. Вот. Мне очень нравится. Я очень люблю кактусы, но, друзья, вы знаете, чтобы такой кактус вырастить, да, как вот эти вот вы видите, да, за десятки лет может пройти, чтобы его вырастить. Да, конечно, в природе он растет, возможно, быстрее, да, но тем не менее, да, вот. Вот кактусы здесь растут. Вот это вот выставлена композиция из Северной, то есть из Мексики. Вот, видите, это все кактусы Мексики здесь. Вот, пожалуйста, вот это вот. Так что смотрите. А вот интересно, посмотрите, я сейчас вам покажу, как красиво здесь. Эти вот интересные деревья. Да, вот гляньте. Видите? Вот, как словно плакучая ива. Посмотрите, да, вот. Тоже интересное растение. Здесь очень жарко. Очень жарко сегодня. Да и не только сегодня, но и всегда. Для кактусов это, конечно, для кактусовых это, конечно, рай.
Вот, потому что это то, что им нужно и в данный момент, да. Вот им намного солнца, такая вот жара. Вот чем-то похож дерево тоже на баобаб. Да, вот видите, с Мадагаскара. Было бы, конечно, узнать, что это за дерево, но, видимо, я ошибаюсь. И тем не менее, внимание, обратите на этот ствол, да. Очень красиво смотрится и необычно. Словно, знаете, словно лапа, то есть нога слоны. Слона, вернее, простите. Вот, слоны. Ну, короче, необычный такой вид у растения, да, вот, знаете. Очень красиво. Не так можно заговориться. Кстати, я здесь, вы, наверное, как видели в предыдущем видео, или вообще, как я здесь встретил большую игуану. Да, я думаю, что вы это заметили. Здесь вот агава, видите, из Мексики. Вот мексиканская агава. Что это за кактусы у нас здесь? Так. Откуда они здесь? Да, это тоже часть Невада. Вот видите. Вот. Часть Невада и Аризона. Да, в Аризоне действительно такие есть растения. Только я не вижу здесь ёшка дерева. Да. В Неваде и в Аризоне очень много ёшка деревья. Они тоже суккулентные считаются. Вот тоже как символ тех мест. А вот видите, дерево, слонячая лапа, да, вот нога, вот. Вы часто видите его в магазинах, это растение, да, в горшках, да, вот видите, а здесь вот оно растет, вот так вот его посадили. И оно прекрасно себя чувствует, конечно. Конечно, если у кого, кто живет на юге, где очень жарко, то человек может себе позволить подобные растения. Это, конечно, классно. А вот тоже видно из пустыни Перу. Где-то, да? Нет, это не Перу. Это часть тоже Мексики, простите. Вот. Эти растения. Аргентина, Боливия. Вот, видите? Аргентина, Боливия. Вот растения. Да, вот. Пошли здесь. Тоже по-своему интересное. Вот. Интересно, как они, гляньте, кактусы расстилаются, да? Это все Аргентина. Вот. Я даже не думал, что здесь такой именно, знаете, большой такой ботанический кактусовый сад. Это тоже вот представлены вам, к вашему вниманию, Мексика. Тоже очень интересно, видите. Вот. А что вот это вот такое? Внимание, обратите, какое красивое растение, гляньте. Очень интересное. Я впервые такое вижу. Гляньте, чем-то плоды похожи на виноград, да? Но я не удивлюсь, если это ядовитые плоды. Вот. Это Намибия, да, я так понимаю. Это из Намибии. Вот. Видите, какой ствол у него вот такой. Видите, очень интересно, конечно. Я, скажу честно, впервые вижу вот такое вот растение. Вот. Вот видите, вот вы более в открытом виде. Сейчас вы посмотрите, как он выглядит. Вот. И, конечно, вот он собирается наверняка цвести. Вот, видите? Тоже очень интересное растение. Откуда оно? Ну, правильно. Намибия. Вот оно, видите? Родина произрастания. Вот. Очень уникальное дерево. Я впервые такое вижу. Это прекрасно, конечно, что я его тоже встретил.
и показал вам также его у себя на канале. Вот, вот тоже видите, слоновые лапы. Оригинально, конечно, но мне кажется, что для них очень жарко, а может быть, наступает для него время покоя. Такое тоже возможно. Вот, вот цветущий, видите. Хочу к вам ближе подойти, показать цветок. Оригинально, конечно. А это что, такой цветок? Гляньте, друзья. Внимание, обратите, как цветет кактус. Если я не ошибаюсь, это цветок. Гляньте. Вы посмотрите на эти чудеса. Гляньте. Посмотрите. Словно морская звезда. Гляньте, как красиво. Очень красиво, правда? Гляньте, как... Необычно. Друзья, я закрываю эфир. И продолжение следует в следующем видеоролике. Поэтому не отключайтесь. Можете, люди, которым нравятся суккулентные растения, можете, конечно, посмотреть и ознакомиться с флорой и фауной Мексики, Южной Америки и, конечно же, тех стран, где произрастают подобные растения.